Покататься на воздушном шаре – это только один из интерактивных элементов на площадке выставки, посвященной Рязани. Здесь же можно увидеть красоты города и даже почувствовать его запах. Помимо Рязани, здесь, кстати, десятки и десятки разных площадок различных городов. Все это можно увидеть с 9 ноября на международной выставке-форуме «Россия». Выставка начала свою работу 4 ноября, в День народного единства. Сейчас же на выставке функционирует больше сотни разных объектов. Одним из центральных таких является галерея достижения России. Огромный тоннель в форме коллайдера высотой почти 10 метров и длиной 166, внутри которого установлены интерактивные инсталляции с наиболее важными изобретениями и событиями. А у входа на выставку гостей встречает инсталляция по мотивам вышитой карты России. Эту карту в 2022 году вручную сотворили мастерицы Чувашии и других регионов. На выставке также можно полетать, например, на симуляторе новейшего российского лайнера МС-21 и даже побывать в батискафе «Мир». А это стенд уже другого края, Свердловская область, он же город Екатеринбург. Давайте узнаем, чем же он представлен. Здравствуйте. А можете подсказать нам, чем представлен Екатеринбург? Да. В целом, вкратце, тут такие достояния, самые основные, вот, которые славят свою историю. Вот, здесь можно начать, наверное, я не знаю, храм, допустим, Спас на Крови. Есть такая у него история с Романовым, с расстрелом связан. Кстати, в Москве такой же есть. Ежовая гора, ничего такого, горнолыжный курорт, военный музей, Ельцин-центр. Ну, здесь у людей складывается такое двоякое впечатление, но мы просто оставляем это как фишку истории, вот просто состояние, не акцентируем на это внимание. Ромина печь, она... Вот она. Там плавится металл, имитация. Там плавление металла, там есть диффузор, запах, как будто бы плавится, есть обогреватель, то есть можно немножко окунуться, как будто вы сами плавитесь. А мы можем зайти туда? Да, можем зайти, конечно. А она в натуральную величину или нет? Нет. То есть, ну, как и температура, так тоже. Здесь я вижу, обогреватель есть, но температура не 2000 градусов, мы с вами не расплавимся. Да, мы не расплавимся. У нас выпала возможность поговорить с Сергеем Есениным. Сергей, здравствуйте. А чем у нас представлен Рязань? Ну, воздушный шар, понятное дело. Что кроме него? Воздушный шар. Позади него у нас находится замаскированная в стене дверь. Это проекционная комната, где можно посмотреть и красоты есенинских мест, и Рязанский Кремль, и многое другое. Сегодня у нас действует мастер-класс «Гончарный круг», «Скопинская керамика», потому что Рязань славится своими народными промыслами. Ну и, конечно же, стихи и песни Есенин, по-другому никак. Ну и такой вопрос для тебя, Рязань, она какая? Настоящая, честная, безбашенная. Спасибо большое. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».